Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Каннибализм и другие интересные факты из Библии». Значит, хочу вам показать, зачитать интересные места, о которых многие не знали. Да я так думаю, очень многие не знали. Я вам покажу, то есть то толкование Библии, которое мы знаем сейчас, оно как бы не сходится с теми понятиями, что вот здесь вот описывает вот этот вот человек, это значит чудотворец Дмитрий Ростовский. И еще одного вам книгу зачитаю автора, толковательное писание святого Ефрема Сирина. Это значит, святой этот жил во втором веке по Рождеству Христову. Но для начала, ребята, давайте я вам кое-что зачитаю, чтобы как бы вас направить в то русло, в каком я хочу вам все это дело-то и зачитать, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Значит, есть вот такая интересная статья у Антона Благина. Кому интересно, оставляю, значит, ссылку. Можете ее сами полностью прочитать. Так, поехали. Вы знали о том, что славяне когда-то давно населяли Палестину? Когда-то и я этого не знал. Однако факт есть факт. Ниже фрагмент книги о языке евреев, живших в древние времена на Руси, и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей. Санкт-Петербург, 1866 год. Эта книга была издана в Российской империи более 150 лет назад Авраамом Яковлевичем Гаркави, российским востоковедом и гебраистом, действительным статским советником Российской империи, автором статей, в еврейской энциклопедии и энциклопедическом словаре Браксгауса и Ефрона. Вот, значит, выдержка из этой книги. Славянский язык носит в средневековой еврейской письменности название хананейского языка, как вообще славяне, за исключением нескольких случаев, известный в ней под именем хананейцев. Об отношении еврейских писателей к славянам и о преданиях, встречаемых у них, что славяне – суть потомки народов, населявших Палестину. По-еврейски – Ханаан. Мы намерены трактовать в особой статье. Из этого литературного памятника, которому исполнилось в этом году ровно 150 лет, нам следует принять в сознание, буквально зарубить себе на носу, что иудеи издревле называют нас славян ханаанцами, а наш славянский язык – ханаанским языком. Это ключ к пониманию нашей истории за последние 400 лет. Вот, значит, и хочу я вам теперь зачитать интересные места из творения Дмитрия Ростовского и Ефрема Сирина. Теперь вы понимаете, в каком надо ключе это понимать. Значит, я вам уже зачитывал одну книгу святого Ефрема Сирина, где описывается вошествие Иисуса Христа в Иерусалим. Я вам, значит, уже показывал там, зачитывал. И, значит, как там, ну, дословно я, конечно, вам не скажу, ну, заехал он в Иерусалим, и возрадовались там и птицы, и звери, и солнце заулыбалось, и тыры-пыры тролливали, и все возрадовались, и тут бац, надпись. И заиграли девушки на гуслях и цимбалах. Гусли вы сами понимаете, знаете, что это наш русский народный инструмент. Открываю, значит, цимбала тоже
русский или украинский народный этот инструмент. Ну ладно, поехали. То есть этот русский или славянский, как хотите называйте, ханаанский след прослеживается везде. Поехали. Так, рука сия давала разуметь, что плотью человеческую облечется Христос Спаситель. И еще, рука человеческая под крылами херувимов означает, что десницу Христовую поддерживается основание церкви и кола в колесе, то есть сила в силе, царство в царстве. Обратите, ребята, внимание, и кола в колесе, то есть Ефрем Синерин во втором веке говорил так, как говорится у нас, как хотите, у русских славян, хотите, хананейцами называйте. Так, поехали дальше. Так, поехали. Шествовали на четыре страны, то есть на четыре страны света. И лица были на четырех сторонах. Каждое лицо обращено к одной из четырех сторон. Одно, находясь на своей стороне, видело запад, другое подле него видело север, третье – восток, а бывшее подле него – полдень. И куда бы ни шествовали они, каждое лицо имело пред очами ту страну света, к которой было обращено. Воль сопряжен был с животными хищными, чистая находилась между нечистыми, и с удивлением видим, что нечистых три, а чистое одно. Сим давалось разуметь, что немногие из обрезанных апостолы будут избраны и присоединены к язычникам. Четырьмя странами означаются четыре части света. Херувими рукоплещут и взывают благословенные слова Господня. Вот так вот интересно. Вот тут меня вообще, не знаю даже как понимать, ребята, присылайте свои думки, кто что думает, как это дело понимать. Еще раз зачитаю. Сим давалось разуметь, что немногие из обрезанных апостолы будут избраны и присоединены к язычникам. Вот такая вот интересная штука находится, когда начинаешь читать эту самую Библию. Поехали дальше. И внегда стояти им, почивах укрила их, все сии видения, виднее блистания, виднее животных и кристалла, а также видение камня сапфира и подобие престола, и видение Сына Человеческого выше тверди, равно как и прежнее видение Сына Человеческого изображают Эммануила. Вот такие вот интересные. То есть, я так понял, Иисуса Христа звали Эммануил. Эммануил. Об этом, значит, говорил Кунгуров. Я как-то видел у него ролик, но письменных доказательств не было. Вот, ребята, пожалуйста. Так, поехали дальше. Так, смотри, говорит Бог. Я послал тебя только к сынам народа твоего, которого язык ты знаешь. А если бы как и он послал я тебя и к одному из языческих народов, то есть, ребята, Бог посылал Иону к одному из языческих народов, то и ты послушали быша тебе. Вот какие интересные места находятся. Так, вот здесь, ребята, интересное. Ты же возьми себе сковороду железную, да и положи в стену железную между тобой и между градом. Бедствие иудеев представляет Бог под образом сковороды, на которой как бы испекутся сердца их, постигшие их скорби. Что интересное, в библейской энциклопедии Архимандрита Никифора, 1891 год, она в Библии так сковорода, ребята, и называется.
Поехали дальше. Ну, а вот тут, ребята, значит, я как раз и зачитаю вам интересное место, почему ролик называется «Каннибализм». Ты же, да спеши на левом боку твоем 390 дней, а издах тебе две неправды, их в число дней 390, и не превратиши от ребер твоих на ребра твоя. Пророку повелено такое число дней пробыть на одном боку в мучительном положении. В означение, что такое же число лет Бог оскорбляем был нечестием дома Израилева. Ты же возьми себе пшеницу и ячмень и проса, и полбу, и воду мерою пить и будешь, шестую часть ина. Сие было для того, чтобы народ невидимого Бога видел в видимом пророке, как пророк страдал от гнусной пищи и от времени до времени в малой мере пил воду, и как страдал он в продолжение 390 дней, и не обращаясь с одного бока на другой. Так Бог 430 лет был оскорбляем нечестием дома Иудина и Израилева, и терпел. И действительно, нечестие иудеев и израильтян терпел Бог 430 лет, ибо от первого года Соломонова царствования, когда положено основание храма, до 11 года Сидекии, когда храм сожжен, прошло 433 года с половиною. И опреснок ячменный снеси, и в лайне мотыль человеческих соскреши, и пред очами их. И поспеши на десных ребрах твоих 400 на 10, 400 дней. Се дах тебе мотыла вместо мотыл человечих, потому что отцы снедят чад среди тебе. Сим повелением пророку. Так, мотыла. Давайте, ребята, чуть-чуть вот остановимся. Я вам кое-что покажу про слово мотыла. Значение истории — фамилия Мотылов. Фамилия Мотылов в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% украинское и в 10% белорусское. В 30% происходит от языков народов России: татарского, мордовского, башкирского, бурятского, и в 5% случаев происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае, эта фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии. Вот такая, ребята, интересная штука находится в этой самой Библии. Поехали дальше. Сим повелением пророку Бог предвещает иудеям, что как пророк употреблял в пищу опреснок, испеченный на огне, с мотылами человеческими, и в опресноке возвращал в себя извергнутое им, так иудеи будут снедать, что от них произошло, то есть рожденных ими чад. Так оснедят хлеб свой нечист во языцах, а може рассыплю я. Сие говорится или о времени, когда царь Вавилонский рассеял иудеев и вовел на них народ, и сыны Иерусалима среди них ели хлеб свой в нечистоте, или о времени, когда иудеи снедали даже в нечистоте хлеб свой среди идумеев, моавитян, филистимлян и других народов. Асе ас сотру утверждение хлебное во Иерусалиме, то есть пресечено будет пророчество и прекратится учение, и представлено под образом утверждения, ибо утверждение, на котором возрастает духовный хлеб, питающий душу, есть класс, подносящий пророков. Поехали дальше.
Так, поехали дальше. Теперь, ребята, вам зачитаю, как Бог пишет о язычниках и о тех, кто поклоняется солнцу. Ничего страшного-то в этом и нету, оказывается. Просто делали они это неправильно, не по закону. Слушайте. «И вся мя дух и введе мя в восточную дверь дому Господня, и видих там стоящих 20 на 10 и 5 мужей, задняя своя давших ко храму Господня, а лица их прямо к востоку, и сии поклоняются на восток солнцу. Восхитивший пророка изводит его еще на средину между ламом и жертвенником, и показывает им ему 25 мужей, которые стоят, обратившись хребтом ко храму, а лицом на восток, и поклоняются восходящему солнцу. Так ругаются они над святилищем, оказывая к нему неуважение, и чествуют солнце, поклоняясь ему. Ибо если бы не было у них намерения поругаться над храмом, то поклонялись бы солнцу в другом месте, а не между Эламом и жертвенником». Ну, то есть, ребята, понимаете, они оскорбили, ну, храм. То есть, они сделали то, что делать не должны были. Так, поехали дальше. Так. «Господь сказал, изыщите людей всякого возраста». Недостаточно было обрезания, Бог отменил оное. Вместо же его воздвиг знамение креста. А знамение, полагаемое на стенящих, есть помышление болезнующих о лукавых делах своих. Ибо пред Богом и помышление то же, что дело согласно сказанным. Всяк и же воззрит на жену, кое возжелать ее, уже любодействует с нею в сердце своем. От святилища начните, то есть от священников, осквернивших святилище, и от тех нечестивых, которые между Эламом и жертвенником поклоняются солнцу. Понимаете, дело не в солнце, а дело в том, что они оскверняют святилище. Нельзя, если поклоняться. Ну, я так понимаю, раз они поклонялись между жертвенником и Эламом, то задницей они, видать, куда-то, ну, так если не положено, понимаете. А дело-то, оказывается, не в солнце совсем. Так, поехали дальше. Так, теперь мы с вами переносимся творение, значит, Дмитрия Ростовского. Вот такая вот книга есть. «Летопись Ижева святых отца нашего Дмитрия, митрополита Ростовского чудотворца, сказующее. Деяние от начала мира бытия до Рождества Христова, собранное из Божественного Писания, из различных хронографов и историографов греческих, славянских, римских, польских, еврейских и иных, ребята, видите, то есть эти хронографы, причем я вам там покажу, как нам говорят, что типа нас крестили там уже после 80-м году. Да, нифига, он здесь ссылается на наши эти самые хронографы, то есть, и он здесь спорит, опровергает и еврейские хронографы, и греческие, и римские, понимаете, у нас свое было летоисчисление, понимаете, ну, то есть, они, наши эти хронографы, наши святые, они точно знали по нашей версии, когда что дело и как происходило. Так, ладно, поехали. «Во славу Богу в Троице Единого, в честь Пречистой Девы Богородицы и всех святых, начинаем летопись, сказующую вкратце деяния от начала мира бытия до Рождества Христова, собранную из Божественного Писания и из различных хронографов и историографов греческих, славянских, римских, польских, еврейских и иных. В начале создал Бог небо, землю и бездну, водную, темную, и также
Еллины глаголют хаос, еже бы стихий смешение нераздельное, в нем же земля была невидима и не украшена водами бездными и тьмою покрываемая, яко же глаголит Писание, и тьма вверху бездны. Вот, значит, это самое начало мира бытия. Давайте отсюда я вам и покажу, ребята, интереснейшие места, о которых, я думаю, многие и не знали. Поехали. Так. Ибяша первая невидимая в бездне тварь, яко семя и начаток имущих произвести оттуда тварей, яко же бо егда коего садовного дерева от семян едино зерно рассуждаем, глаголем в нем быть и куренью, и древу, и ветвам, и листвям, и цвету, и плодом, не яко та уже суть, но яко имет оттуда быти. Егда то зерно насажено быть прозябнет, и возрастет сице, и Богом созданная первая тварь, или материя, вещество, бяши начаток прочей твари. Так, поехали дальше. Воссиявшу же свету во тьме бездонной разделил Бог свет от тьмы, и нарече свет днем, а тьму именовав ночью, и бысть тот день первый, его же мы ныне нарицаем неделею. Ха, прикиньте, ребята, оказывается, этот самый день первый, этот был не была неделя. Можно даже отсюда и предполагать, если миру 7700-то там лет разделим на 7, то оказывается 1000. Ну, не знаю, может, я и неправильно понимаю. Ну, ладно, поехали дальше. И месяц первый, и же потом наречен бысть март, и число месяца того первое. То есть, ребята, мир создан 1 марта. Вот такие вот интересные, ребята, места находятся в Библии, когда начинаешь читать. Поехали дальше. Так, поехали дальше. Нам же вкратце писать и предположим, предположившим до 100 лет воспремянути точию сия, яко Создатель по первым дню, во второй день его же мы ныне нарицаем понедельником. То есть понедельник был второй день, а первый день назывался воскресенье, ребята. То есть понимаете, да, откуда все это дело идет? То есть к Иисусу Христу воскресенье не имеет никакого отношения. Давайте я вам кое-что зачитаю. Воскресенье, старославянская неделя. День недели между субботой и понедельником. День недели воскресенья назван в честь воскресения Иисуса Христа. Третий день после распятия. Видите, да, как получается? Но мы-то здесь читаем о создании мира, ребята, понимаете, да? Так, поехали дальше. Так, поехали дальше. А в седьмой день почти Бог от всех дел своих и наречется день, то есть суббота, сие такой, яко почти вон Создатель и светил есть день он, и яко же пишется о том в книге Исхода, главе 20. И тут он, ребята, вспоминает, что воскресенье-то, елки-палки, по версии-то к Иисусу Христу, и он говорит, пришедший же ветхому закону, а новой благодати наставшей честь в святые дни седьмого субботнего приде на день первый недельный Христова ради, он Пресвятого воскресения. То есть он опомнился и... Но, ребята, Ветхий Завет и Новый Завет – это две разных книги вообще. Вот такие вот, ребята, интересные вещи находятся в Библии, если начинаешь читать и вдумываться, ребята, самое главное. Они все эти толкователи толкуют и трактуют по-своему. Так, поехали дальше.
Так, поехали дальше. Вот, значит, а сколько до потопа от начала мира лет? По русских библиях 2162 года. По хронографам же 2242. Смотрим же из самых хронографов несходство. Греческий хронограф Георгий Кедрин до Рождества Авраамова от начала мира сочисляет лет 3312, русские же летописцы числят лет 3324. По Библиям же русским до Рождества Авраамля приходит быть ли там 3234. Такой же до и прочих знатных бывших деяний инока в Библиях лежит лета, а инока в хронографом сочисляются, от коего несогласия разве. Ну, то есть, понимаете, да? Не просто наши там у греков переписывали все это дело, а они точно знали, они высчитывали, поэтому и несходство и по русским Библиям, и по хронографам. Так, поехали дальше. Так, хронология по Библиям славянским и по хронографам рукописным русских, так уже и греческих, и римских, от начала мира бытия до Рождества Христова. В ней же изъявляется несогласие летописцев и показывается яко несть совершенного известия, в кое лето бысть Рождество Христова. То есть, и вот смотрим, есть здесь, значит, таблицы. Можете все посмотреть, я вам оставлю. От кого, докуда произошло, кто когда родился, в какой день. Так, поехали дальше. Так, значит, смотрим. Вы посмотрите, как все точно описано. Потоп был в 601 лето жития Ноева, мира бытия же в лето. Настало апреля в 27 день. То есть потоп был 27 апреля. Ной пребывал в ковчеге целый год от апреля месяца 27 дня даже до другого апреля месяца 27 дня. Наченшуся же мира бытия от марта месяца году изыди. Ной из ковчега апреля в 27 день, он же прежде года вышел бе. Ной по потопе поживе лет 350 и умре всех лет жития его бе 950. Поехали дальше. Так, ребята, еще интересное. Хронограф манемвансийского митрополита Кир Дорофея с греческого диалекта на славянский, Арсением и Дионисием греками переведенный вместо племени Иудова, мняши быть единое некое лице Иудою зовомое. Но самое-то, ребята, с греческого диалекта на славянский. Понимаете, да? Сами знаете, диалект это один и тот же язык, но только разный говор. Поехали дальше. Так, ребята, так же и римского диалекта летописцы не соглас лето исчисляют иные от смерти Иисуса Навина до Гофониила, нарицаемого от них первой судьей израильского сочиняют лет иные. 10 болгары корн, а, беллары корн, а, ну короче разные вот столько вот лет по разным версиям. Поехали дальше. Опять диалект, ребята. Обратите внимание, диалект. Не язык, а диалект. Так, поехали дальше. По сем весь род он и приложился к отцам своим и восстал род другой. И же не познал Господа. И сотвориша сыновы Израилевы злое пред Господом Богом, забывша бо его и поклонившийся Ваалу и Ахсу, в скобках, Астартису и Астарофу, идолам, и разгневался яростью Господь на Израиля, и предади я в руку Хусарфаему, царю Сирску.
и работать ему лет. Ну и, короче, наказал он их. Поехали дальше. Так, ребята, и работали по 7 царю ханаанскому лет. По разным источникам 20-20-20. Варак и Девора лет 40-40-40. Работа Шамидиаму лет Гедеон Б лет. Сын Гедеонов. Ну вот тут, значит, таблица. Кто сколько, кому они работали. Так, поехали дальше. Так, поехали дальше. Обретается на латинском диалекте хронолог, именуем Альтедиус, той о святом Самуиле пишется, яку судебе людям 30 лет сам, а сам Саулом царем лет 10. Вот такие. А теперь оказывается еще латинский диалект. Поехали дальше. Ну и напоследок, ребята, итак, ролик затянулся, зачитаю последнюю. Опять вернулся я к Ефрему Сирину, глава 15. Что было бы древо лозное от всех деревьев? Виноградная лоза среди дубравных деревьев есть Израиль. Виноградные ветви, колено его, дубравные же дерева, язычники. Две лозы истребил огонь, то есть или дом Ефремов, или дом Рувимов, или Израиля и Иуду, или еще царство и священство. Сердцеврина повреждена, так что не может расти и давать плоды. От огня изыдут, и огонь поясть ее, то есть избегнут меча, и меч постигнет их, спасутся из Египта и порабощены будут в Вавилоне. Глава 16. Засвидетельствуй Иерусалиму беззаконие его, пусть знает, что он уже не Авраамова дочерь. Корень твой и бытие твое от земли хананейской, по веку иудеи величались, что отцом имеют Авраама, то Бог говорит, корень ваш такой же, как корень хананеев. Ибо чада Авраамы творят и дела Авраамы. Вот такая вот интересная штука, ребята, получается. Короче, читайте, рекомендую. Может быть, сами что-нибудь найдете и что-нибудь поймете. Но вот это вот мне интересная глава 16. Корень твой и бытие твое от земли хананейской. По елику иудеи величались, что отцом имеют Авраама, то Бог говорит, корень ваш такой же, как корень хананеев. Ну и, конечно же, вы помните, что я вам читал про хананеев. Славянский язык носит в средневековье европейской письменности название хананейского языка, как вообще славяне, за исключением нескольких случаев, известный в нем под именем хананейцев, об отношении еврейских писателей к славянам и о преданиях, встречающихся у них, что славяне – суть потомки народов, населявших Палестину, по-еврейски Ханаан, мы намерены трактовать в особой статье. Спасибо за внимание, читайте эти интересные книги, подписывайтесь на канал. До свидания.